Июнь. В Санкт-Петербурге необычная пора – белые ночи. Говорят, что если чуть севернее, то это уже не ночи, а если южнее, то ночи не белые. На часах полночь, но любители погулять по улицам города не меньше, чем днем. Белые ночи в Петербурге воспринимаются на ура. Даже такие домоседы и снобы, как я, отбросив автомобили, я свои ноги многострадальные навострил сегодня на Невский проспект, дабы насладиться чудесами природы, которые возможно наблюдать лишь только здесь и сегодня. Много туристов из разных стран именно в это время приезжает в северную столицу. Мне очень нравится здесь. Мне очень нравится Санкт-Петербург, особенно белые ночи. Это как фестиваль каждый день. Петербуржцы белые ночи воспринимают по-своему. День становится длинным, соответственно, больше возможностей что-то успеть сделать. Потому что зимой сразу домой хочется после работы, потому что вышел темно, бежишь домой. А сейчас, мы до сих пор гуляем, да? Даже да. Спать не хочется. Гулять можно долго, всю ночь. Да. Белые ночи – явление, которое наблюдается в период летнего солнцестояния. Это время, когда темнота не наступает. NTD, Санкт-Петербург, Россия.